Нет, я буду читать унки. Да. Постоянное мозгоёбство. Ярдбой. Нет, Ярдбоуан. Естественно. Старичок 2005 года, российский битмейкер, спродюсировал один из хитов исполнителя Унки. Штекер, ладно, хорошо, Анки, хорошо, да. Джек, shit happens too. Долгов Тимофей Александрович, 2005 года, старичок. Хип-хоп-артист, начав свою карьеру музыканта в 18. Это году или лет? Ну-ка. Октября 21 года. Фрешмент, да, максимальный просто. Первую популярность набрал в 22 году благодаря своим шуточным трекам в стиле опер плак, которые были записаны на телефон. Более широкий успех Тимофея Фрешмента в конце 23-го. Ну, то есть это фрешмен вообще максимальный, да, максимальный фрешмен, который настолько фрешмен, что уже набрал, как я понимаю, второе место. Второе место, если что, да, второе место. Здесь у нас был, здесь, второе место. Второе, представляете? Если что, да. Так. Ну давайте посмотрим, что это такое. Понятия не имею, что это такое. Он с Новосибофлом. Базару нет. Новосибирск — столица рэпа. Продолжают доказывать это, ребята. Слушаем внимательно, что это такое. Слушаем внимательно. Погнали. Есть трек на сайте, конечно же. Если вдруг вы не зарегистрированы и не написали рецензию, вы можете это сделать, только при регистрации пишите адекватную причину. Принимаются вручную регистрации. И рецензии аналогично. Пишите без оскорбления, без матов, позитивное, отрицательное мнение, да, любое, но конструктивно высказывайте, да, положительно, отрицательно, позитивно, негативно, как угодно, лишь бы было это все корректно. Все, погнали, друзья. Погнали. Боллаут и ожерковый на сцене. Я шмокал эти парни с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Боллаут и ожерковый на сцене. Я шмокал эти парни с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Эй, в твоих словах нет смысла, они pointless. Твоя сука хочет с нами, она join us. Кручу твою шайку в джойнт, это Бакуган. Ты не дуешь трубку и стя хуёво музыка. Бегает шаури, она прыгает на дик. Я делаю все, чтобы запоминали мой ник. Моя музыка бесплатная, за нее не платил. Они думают, он странный, зачем он кик слил. Боллаут, ты ожеркаю на сцене. Я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте, всегда повышаю цель. Нету блага в Турции, в Новосибе меня встретят. Много прошло, я их даже не заметил. Я мои проблемы, чё он деть, мои проблемы. Если ты покурим в центре города, чё нам эти запреты. Я еду в такси с весом, и делал вайп. Здесь это то, о чём ты говоришь, бро, это отсутствует. Я заслуженно стреляю, без пяти работал сутками. Бежу парень, нёс мою, и потом прикрывался шутками. Твоя бич — это рефьюха, она даст генгу. Твои лайны — это кэп, у тебя нет денег. Я срубаю этот куст на части, как шредер. МС нужна обучалка, сегодня ваш тренер. Боллаут, ты ожерковый на сцене. Я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Да я в курсе, бро, ты пиздец, как скажешь. Я имею в виду вайб с точки зрения подачи. Вайб с точки зрения подачи. Музыка-то, понятно, разная. Jerk shit happens too. They won't sleep anymore. Короче, да, музыка говорителя хуйни. Да? Ну, это, в принципе, жанр такой определенный, так сказать, объединяющий разное количество жанров, будь то Детройт, да, там вот я говорю, то есть, в принципе, залетел с говорителя хуйни у нас Скали Милан несколько лет назад, потом очень удачно подхватил это Херон Уотер, говоритель хуйни, угу. Агрессивно на разные жанры, в данном случае здесь у нас Джерк, да, так, Джерк сам по себе не нов для нас, говоритель хуйни не нов, соединение этого весьма неплохо, что касается техники средней, что касается качества свидоса, норм, достаточно живой он, технически пока средний, крайне, красота и яркость текста, вот я вышеперечисленных ребят называл, да, они были очень остры на слово. Говоритель хуйни должен быть очень остр на слово. Вот я Рому 163-го почему тоже вспомнил, да? Тоже он остр на слово. И подача в, немного в тембре, в голосе чуть-чуть отдает энергетикой определенной. Что-то есть, да. 163-м по подаче отдает. Говоритель хуйни на джерк, да? Окей. Принципиально ли это новое?
Я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Плюс у нас есть явный недостаток качества. Да. В связи с этим я могу сказать, что это просто норм. Просто норм. То есть, что тут есть из такого, что типа ебать, посмотрите, вау, эффект, и это что-то то, чего я не слышал ранее. Он живой, базару нет. То есть, то, что точно можно отметить, он живой. За это респект. Он верит в свою музыку, ему надо поднатаскать качество и остроты баров. Если мы возьмем яркие релизы вот вышеперечисленных артистов, я знаю, как не любят артисты, когда их сравнивают, как не любят фанаты артистов, когда их артистов любимых сравнивают с другими артистами, но это база. Без этого, к сожалению, никак. Особенно, когда артист входит широко, так сказать, на сцену, да, мы же в любом случае отталкиваемся от каких-то якорей, которые у нас есть, да, там Drill Pill, который залетал на Джерк, да, в целом мы слушали, и Hood Trap, и Джерк слушали, поэтому что... И говорители хуйни, да. То есть у нас есть прям яркие говорители хуйни, которые делают это очень хорошо. Это три человека. Три человека. Это Скали Милана, Херон Уотер и Рома 163. Они делают это немного по-разному. Все втроем по-разному. Но делают это заебись. Поэтому здесь я думаю, что это просто норм. Да. Просто норм. Будда. Ну, у Будды смешанная история. То есть назвать Будду говорителем, просто говорителем хуйни, я не знаю. То есть он и лирику делает, как бы, да, и тоже там и Детройт он делал. Своя тоже грязная история. Он говоритель такой грязюки, я бы сказал, да, местами, когда он это говорит. А вот эти трое ребят, как бы, они такие прям острые на слово, которых я перечислил. Неплохо. Довольно живо. Довольно живо. Не знаю, спрашивать ли корректно от 1 до 10 у чата, потому что в чате, скорее всего, присутствует достаточное количество тех, кто голосовал за этот релиз, и фанатов так или иначе. Но, в принципе, на всех релизах они присутствуют, поэтому хуй с ним. От 1 до 10 чат можете написать, что думаете по этому поводу. А я перейду к оценочке. Да, к оценочке, и оценочке. Живая история. Да, живая. Живая, точно, живая. Но так, чтобы это прям, не знаю, четверочка. Джерк все-таки не 5 баллов, да. Еще раз, слушаем. Боллаут, я жеркаю на сцене, я шмокал эти парни с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе, бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Боллаут, я жеркаю на сцене, я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе, бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Да, небольшие проблемы с дикцией, с подачей флоу есть. Но он это жизнью компенсирует. Эй, в твоих словах нет смысла, они pointless. Твоя сука хочет с нами, она join us. Да, вот даже как он проговаривает join us, очень похоже на Рому, да, именно тембрально. Твою шайку в joint, этот бакуган, ты не дуешь трубку и стяхуй его музыка. Бегает шаури, она прыгает на дик, я делаю все, чтобы запоминали мой ник. Моя музыка бесплатная, за нею не вот платил, здесь. Они думают, он странный, зачем он кейк слил. Боллаут, я жеркаю на сцене, я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе, печа не стою на месте, всегда повышаю цель. Нету блага в Турции, в Новосибе меня встретят. Два года прошло, я их даже не заметил. Я мои проблемы, чё надеть твои проблемы. Кредит, ты мы курим в центре города, чё нам эти запреты. Я еду в такси с весом, делал вайп чувствую. Здесь все то, о чем ты говоришь, бро, это отсутствует. Я заслуженно стреляю, блядь, ведь я работал сутками. Сучий парень нес хуйню и потом прикрывался шуткой. Сучий парень, да-да-да. Чья же строка. Твоя бич, это рэп-шлюха, она даст генгу. Твои лайны, это кэп, у тебя нет денег. Я срубаю этот вкус на части, как шредер. МС нужна обучалка, сегодня ваш тренер. Боллаут, я жеркаю на сцене. Я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте, всегда повышаю ценник. Окей. Живо, живо. Значит, индивидуальности слабо. По харизме где-то вот здесь сделал. Что касается, если совокупность индивидуальности, то я бы дал 7 баллов. Да. Совокупность. Но живо. Это не вот здесь, это не хуйня точно. Это слушабельная работа даже в таком формате. Что касается структуры, припевчик, куплет, припев, куплет, второй припев, да. Довольно ровно идет, флоу тоже, по музычке ровно, по стилю хорошо, 7-8 баллов. 7-8 баллов. Угу.
Так. Рифмы и образы. Да, это очень такой текстоориентированный стиль, потому что тут и чистое повествование. Это стиль, основанный на харизме артиста и на повествовании. Все, две базовые, две фундаментальные вещи. Ну, естественно, стиль ты должен вывозить свою харизму, да, ты должен вывозить ее по дикции, должен ты вывозить то, что ты взял, выбрал, да, стиль, который ты выбрал. Но самое важное, чтобы была жизнь в этом. Если ты говоритель хуйни и говоришь это все тускло, закрыто, стесняющийся, вот это все не работает. У него это работает довольно неплохо. То есть это трек не хуйня 100%, это не 1-2. Это где-то здесь. 4, мне по качеству не хватило. 3 балла я готов поставить этому треку. 3-4 балла. 4, наверное, многовато. Я сомневаюсь, да, потому за счет качества исключительно. Мне немного не хватает качества для того, чтобы это прям работало хорошо. И для того, чтобы... Если добавить качество и точности, и харизм засияет, она может быть до 9 баллов даже в этой песне. Да, 3 балла я готов поставить. Да. 5 баллов? Нет, не так много Джерка у нас на российской сцене. О чем речь? С точки зрения актуальности и вайба, и вообще направленности этого субжанра. Да, базару нет. Но это не тайп, да, нет. Это не супер трэп, это не Джерси Клаб популярности из новых жанров, да. Нет, это не 5 баллов точно. Это не тройка, но это 4 балла, на мой взгляд. Да. Рифмы и образы. Бля, ну ты здесь да, прям задел очень большой, да? На самом деле задел очень большой у жанра для того, чтобы мы слушали именно артиста. Пожалуй, больше 7 я не могу поставить. Не руина. Но не пиздец, да, нет смысла, не pointless, да, все хочет с нами, она join us. Неплохо двойные, да, что-то есть, да, бам-бам. Что-то шайку join, это Bakugan, да, join us, join Bakugan, ты наш true, я хуя музыкант. Да, где-то даже у нас есть какие-то ассонансы, да. Because shorty, она прыгает на дик, я делаю все, что звонит мой ник. Не платил, слил, да, тут какие-то бесплатности, запоминали, странные, что-то, да, уже на сцене припев такой у нас, да, здесь так, припев двойной, такой одинарный припев, неплохо, на благо в Турции на все меня встретят. Yardboy one, Yardboy, без one, блять. Мои проблемы, в центре города, еще нам запреты. Да, есть. Короче, есть задел в том, чтобы делать неплохие рифмы. Это такси, это дело чувствуем и вайп, нажевался, отсылочка. Сейчас отсутствует, стреляю, блядь, сутками, отсутствует. Есть у него задатки пиздатые на ассонансы. В случае парень нес хуйню и потом прикрывался шутками. Сутками, твоя бич, дарапшую хандаст гэнгу. Ты, ладно, это кэп, у тебя нет денег. Ну да, пиздёшь, типа, ты, блядь, брок, тебя хуйня. А, сейчас шредер, тренер, угу. Срубает эту вкусную часть, как шредер, как бумагу сюда, да, мне нужна обучалка сегодня, ваш тренер. Просто норм, да? 7 баллов. Говоритель хуйни — это сложно. Да. 7. Такая хуйня. Не знаю, что еще, что можно больше. 8, допустим. 9, грязно для 9. Вряд ли 9. Структуру ритмика могут добавить, да, могут уебать, пожалуйста. Реализация стиля. Кто-то не услышит небольшие скаты в дикции, да, по звучанию скажут норм. Ну, 8, допустим. Кто-то скажет вообще плохо, да, заруинил. 4-5. Ну, 4, бля, вряд ли. От 5 до 8 принимается реально. 4, 8, хуй знает. Текст... Ну, 10 точно нет. Я охуею, если 10 будет. Здесь хоть 5 баллов, пожалуйста. Тут хоть 1, хоть 5, да, вообще. Ваше право. 49 баллов. Что думают по этому поводу? Короче, что хочу сказать от себя. Ажиотаж вокруг артиста, понимаю. Качает, долбит. Жанр актуальный, яркий, красивый. Он живой артист. Говоритель хуйни — это всегда ярко и интересно, это всегда, так сказать, завораживает. Но есть куда расти, и это не принципиально нечто новое. Вот в чем для меня нюанс важный. То есть это не принципиально новое, поэтому здесь, ну, как бы ок. Bail out. Mm-hmm. 67 рецензий, 74 балла оценка. Охуеть.
7-7-8-8. Окей. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Супер, бро. Знаю, Ланки с 22 года по снипе, там честно не мое, неплохо, не массируется атмосфера, не позагов, можно понять, но желаю удачи, Ланки. Спасибо, бро. 7, да. 9, 8, 7, 8, да, окей, было то. Является молодым, ярким, перспективным исполнителем. Да, учитывая его опыт, это пиздато. 50 баллов даже, и тут вот 70, да. Ну, на мой взгляд, достаточно адекватная оценка. Работает в потенциально одном из самых актуальных жанров 2024 года. Базар. Судя как раз для фанатов Джерка, честно, я не знаю, насколько углубленно всю подноготную, не всегда с успехом различаю жанры, поэтому съемки Анки представляют невероятно проявленный повторимый звук, то данного факта не было замечено и учтено. Я не думаю, что это прям супер пиздец ноу-хау. Сам исполнитель делает более полугода, потом жанр, наверное, автоматически отменяет этот тезис. На самом деле, все это... Но. Вот как, допустим, Токсис, да, забрал под себя Нью-Джаз, которые ранее делали артисты, тот же Трил Пил в частности, да, так сказать, явив в публике это широко и прогрессивно. Так и Джерк можно еще явить, переосмыслить и быть его первопроходцем, хотя ты по факту не первопроходец, да, то есть можно забрать его под себя, и все, что делали до этого, оно нивелируется автоматически, поэтому в этом плане районный Трил Пил он сделан много очень интересным, да, спасибо, бро, спасибо, 65 баллов, 53, 60, ну, бля, адекватный балл, где вот эта вот хуйня, еще середина 70, там еще 90 баллов понаставили. Трека продолжение, правда, сведение, как снипите, да и сам Пимфей читает, будто бы сейчас уснет, на 100% оправдывает. Но, тем не менее, оправдывает, да, все, ну, охуенно. И музыка для Джерка Нутых. Это достаточно интересный фрешмен. Знал о нем после эпички Jerk Shit Happens. Перейдем к разбору трека. Ритм, могу выделить строчки. Хочу твой шайков. Джойнт, баку, ган, нет, максив. Чувствует вайп. Вкус на части. Это шредер. Довольно крепкий текст. Достаточно простой. Рифмовки 7, да, да. Структура довольно хорошая. Хроника, чуть снова вместе. Три припева. Один сказал двойной, два куплета. Да, неплохо. Нормально. Прогресс по сравнению с предыдущим релизом имеется. Не слушал. Всем риса. Спасибо, бро. 83 балла. 10 текст. Охуеть. Кто бы что ни говорил, Анки, я представитель новой сцены. Очень рад за успехи Тимофея. Че, бро, давно пишешь рецензии? Ясно. Скорее всего, выход из части... Первой части... Окей, бро, спасибо. Техничный в фирменном жанре. Внезапно для меня Анки появится широком зрении. Бывает, как... Своими релизами закрепит звук, будет кайф. Да, да, да. Если закрепит, будет кайф. Согласен. Окей. 61 балл. Да. Jerk Shit Happens. Один лучше. Использует трендовость как выравнивание оценки. Пам-пам-пам. Текст 8, несмотря на индивидуальность. Да, блять, да, 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 да. Жестко, жестко Рома чем отдает конкретно. Читка сдатки на Детройт, причем в стиле принцип. Да. Вайп 4. Спасибо, бро, за полноценное мнение. Спасибо. Главный поставщик этого дерьма. Тимофей, конечно же. 9-9-9-9-9-9-4. Фанат 52, да? Окей. 4 рецензии. Недавно, да? Вот Трил Пил оценил. Белл искусно оценил на 13 баллов. Искренне я. А, пластик, точнее, да, это пластик, это искренне я. И вот здесь, да? Трил Пил. Окей, окей, окей. Тренд 24. На тот момент, бро. Да. И целостность релиза, да, там жанры разные. Водила Джерк чувствует. Допустим, да. Лучше Джерк фрешмен. Вполне возможно такое, да. Зачем он кик слил? Я тебя понял. Ну, спасибо. Да, вот смотрите, первая рецензия человека, да. Нашел свой стиль, в котором он сам был лучший. 24-й год точно за ним. Перейдем к разбору трека. Рифм образу 8. Заслуженная оценка, так в исполнении данного жанра исправляется хорошо. Похоже на SNX, Калия Милана, будто чего-то не хватает. Угу. 9. Лично в техническом данном стиле Джерк все должно быть в своем стиле сдержано, без каких-то лишних слов и либо в бэков Анки сделал все ровно и чисто. 10. Анки задал Джерк в рэпе, из-за чего многие артисты пытаются прыгать на него, например, Майот. Сам же Анки реализовал все четко и стильно. Допустим. Как бы рэперы не старались прыгать на Джерканке, все равно его вывозить лучше всех было. Ну, такой немножечко предвзятый, да. Ну, принимается. Вайп 5 баллов, тренд 5 баллов. Да, да, да. Ну, спасибо, например. Выкупил вайп.
В этих... Да, спасибо. 44. Такой джерк нам не нужен, говорит Ахиллес. 127 рецензий, 1000 лайков. Подкован. Ну да. Количество лукасов. Здесь у нас очень потное, да? Семь, пять, шесть, шесть, да? Окей, бро, окей. Направление медленно и уверенно въезжает в нашу индустрию. Главная проблема нового звучания в том, что нет сильного артиста, который его возведет в массы. Да. Это хорошее замечание. Безусловно, Анки артист, имеющий музыкальный потенциал, но пока он не представляет из себя ничего серьезного. Ему надо еще расти. Яркое тому подтверждение. Я согласен с тобой. Неплохая жанр, ориентированный. Угу. Слишком пограничный. Трек очень ровно идет. Динамика, главное, в этом сыграла структура трека. Двойной припев. Угу. Да. Сказать, что джек не популярен, тяжело. Уж слишком много шума он наделал. Да, ну, угу, значит, бля, базар, бро. Заджеркался, пока слушал. 4. 10. 4. Ебать. 6. 1. А нужен ли джерк на русском? Да. Но, типа, заложник стиля. Уж, окей. Ну, как-то так, в общем. От 90 баллов, да. Унки новый фрешмен. Я тебя понял, бро. Ну, принимается, да, принимается. Вот первая рецензия, да, человека. Анки представляет перед нами сингл «Bell Out». На релизе мы слышим хорошее представление жанра джерк. Сейчас этот жанр продвигается в ТикТоке. В аутро этот... Этого сингла мы слышим строчку «Jerk Shit Happens 2, do you want to sleep anymore?» На скором выходе «Jerk Shit Happens 2». В самом релизе мы слышим интересное звучание, прекрасные рифмы. Тимофей повысил свои навыки в данном жанре. Я уверен, что это не на максимум. Тем не менее, послал 90, да. Этот релиз показывает, что альбом же перепрыгнет альбом «Jerk Shit Happens». Ну, дайте нам стоит столько гадать. Допустим. Да, ну, хорошо. Спасибо за конструктивный... Конструктивную рецензию, бро. Да. Очень сильный фрешмен. Да? Может быть. Что у нас тут? Пепел на худи. Херон Уотер. Майот. Локомоле. Агли Стефан. Юлай Чайлд. Ну да, но в основном новый звук, да, такой. Новый звучок. Ага, новый звучок любит, слушает. Интересуется, да? Окей, спасибо. Актуальность. Спасибо, бро, спасибо. Что-то я завис, по-моему, да, уже пиздец. Но мне интересно смотреть, что думает народ по этому поводу. Джеркман Фрешман. Окей. 85, 74, 80, 90. Анки Джеркой на сцене. Три рецензии. Бэби Мелло. Серьезно. Минин, Бэби Мелло и Анки. Хорошо. Что нам приготовил Анки? 90 баллов. Кайенджел, платина, Кайенджел, скали, 163 on my neck, Херон Уотер, плохой парень, звук, да, звук и говорители хуйни, короче, стоп бан, хайпово интересно, Сидоджи дубащит 90, респект, бро, вот Паша и говорители хуйни еще, да, но что-то не зашло тебе, как я понимаю, Арни Башедажо, пепел на худи, интересно, майс. Токсис. Новое звучание и говорители хуйни, да? Принимается, бро. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Взорвать конец 23-го, также можно взорвать 24-й. Невероятно вайбит и приятно вред по своим дропам. Бесспорно, трек выдался на 90-е. Мало кто с этим может поспорить. Уверенно. Спасибо за внимание. Overforce, Анки. EP в августе мне показалось, что что-то новое еще запомнилось переходы в треках. С того момента прошло много времени. Анки успел набрать популярность в ТикТоке и залил туда этот сниппет. Он сильно завирусился и набрал большую популярность. Честно, не понимаю тех, кто стоит 90 баллов за этот трек. Рифмы простые, структура средняя, индивидуальность минус 5. Индивидуальность 5, харизма 8, единственное минус. Индивидуальность минус 5. Нормально. Довольно хорошо сравнение с Трилплом. Трилпил, да, который тоже делает Джеркс. Возможно, сведение у него не... Да. Ну, такое, да, такое, так. Трезвенько. Да, трезвенько. М-м-м. 90. Открытие года. Миранда утверждает. Prime Artist, Saluki, Faraoh, Boulevard Depot.
IA61, ASICS вам, который, да, Blue Crystal, Rodsket, Platina. Платина — это хорошо. Да. Уже респектовали многие перспективные артисты, например, Роджи Буда. Неплохо, бро, неплохо, да, это хорошо. Гоблин, есть отсылка на Жоса, да. Так, все, блять, я пиздец, как долго читаю. Джерки, честно говоря, я ждал хоть один лист от танки на сайте разборах, это раздающий сингла 6 кадров. Очень круто залетел на Джерки, это не является исключением от слова совсем. Интересно, бро, интересно. 74 рецензии. Я люблю Агли Стефана из Кали Милана. Респект, бро. Кай Энджел, Слава Мерл, Пятерка, Майот. Ну, разнообразно, да, на Мэткида делают, на Уджи Буду, Валентин Дядька, Капсайз, Блэк Уайт, абсолютно разные релизы, да, Меломан. Сложно оценить данные параметры, этот трек прям что-то свежее для меня. Моментами бас передавливает, но, возможно, это фишка, все остальное делаем. Ну, принимается, бро, спасибо. Спасибо! Но оценка, конечно, на мой взгляд, очень завышена. Фух. Анки просто в итоге написал, что рецензии читает, поэтому пришли новые пользователи. Супер, отлично, спасибо большое. Спасибо большое. В любом случае, я еще раз скажу, да, что касается рецензий. Что касается рецензий, кстати, на сайт написал, о чем по поводу регистрации, что-нибудь происходит. Что, а, еще карточки нет, да, понятно, карточки еще пока нет, хотел сказать регистрации и все такое, да, карточки пока еще нет, да. Что касается оценок даже, да, что касается оценок, оценки — это история того, даже артист, если это не максималка, да, типа все десятки, в любом случае артист может обращать внимание на график, так сказать, да, то есть кто считает, даже из тех, кто высокие оценки ставит, 70-ники, 80-ники, он может смотреть, какая оценка из параметров наименьшая. Допустим, если человек поставил там 8, 9, 10 высокие баллы, то, допустим, там 8 за текст, например, да, или еще что-то. То есть в каких моментах и даже в мнении, да, просто, даже если высокие оценки, девятки, десятки стоят, в мнении все равно на какие-то аспекты можно обратить внимание, можно получить пользу так или иначе, да, от этого. Поэтому я думаю, что это интересно. Так. Сниппет. Давайте глянем. Давайте глянем сниппеток. Давайте посмотрим сниппеточек. Двигает шаврю, она прыгает на дико. Я делаю все, чтобы запоминали мой ник. Моя музыка бесплатная, за нее не платил. Они думают, он странный, зачем он кейк слил. Бобол аут, я жаркаю на сцене. Я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Печа не ставлю на месте, всегда повышаю цель. Двигает шаврю, она... Стильный. Прыгает на дико, я делаю все, чтобы запоминали мой ник. Моя музыка бесплатная за... Динамично, уверенно. Очень стильный. Нею не платил, они думают, он странный, зачем он кейк слил. Бобол аут, я жаркаю на сцене. Я шмокал эти пальмы с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы... Чё-то, чё-то. Чё-то, чё-то. Оставаться в темпе, печа не ставлю на месте, всегда повышаю цель. Подходит образ. Подходит образ к треку, да. Это круто. Поэтому совокупность, вероятнее всего, совокупность его музыки и его визуала хорошо стакается. Поэтому в том же ТикТоке это работает. Спасибо. Ждем развития творчества. Что касается фрешменности, я думаю, имеет смысл подождать более качественный трек. Да. Я думаю, да. Что-то есть. Что-то есть, да. Да. Спасибо. Ждем развития творчества.